Марафон «Единство» шагает по стране, окутывая каждый город теплом, дружбой и искусством. И совсем скоро эту масштабную эстафету примет Минск. Когда именно, секретов раскрывать не будем, ну а пока наслаждаемся культурно-патриотическим фестивалем «Минск единый». Методы у минчан непростые, а самые интересные и масштабные. Каждый район до конца года готовит свою особенную программу. Фестиваль «Минск единый». Встречай Заводской район. Это мероприятие доказывает то, что мы сегодня едины. Едины в своих действиях, мы едины в своих мыслях, мы единая у нас целеустремленность на достижение поставленных целей. Ну и отсюда получится прекрасное мероприятие, которое начнет и стартует по всему Минску. Мы хотим показать вклад каждого района из 9 районов города Минска в целом в развитие нашего города, в развитие нашей страны. Фестиваль призван сплотить наш белорусский народ, призван сплотить минчан, а самое главное показать, насколько наша страна уверенными темпами, уверенными шагами идет вперед и развивается. Главная задача – дать возможность талантливым представителям самых разных профессий, артистам из народа показать себя и стать частью большого марафона. На сцене пели и танцевали, отдаваясь искусству всецело. Девчонки, песня, ну уже это хит, очень хорошо поете. Чем обусловлен ваш выбор? Ну, во-первых, мы представители культуры. Мы считаем, что эта песня – это слоган молодежи. И я считаю, что каждый из нас может что-то сделать для Родины, поэтому все в наших руках. Марафон «Единство» ждете? Конечно, я с удовольствием. Я очень готовилась, очень ждала этого дня. И на самом деле очень почетно, что именно Заводской район открывает. А вот, может быть, у вас еще мечта выступить на марафоне «Единство» Минском, уже масштабном, заключительном? Я об этом даже боюсь мечтать. Возможность высказаться голосом искусства или профессиональным мнением будет не только у артистов. В фестивале принимают участие и известные спикеры. Нам нужно говорить о том, что Беларусь – единая страна. Поэтому нужно коротко, нужно немного тезисов, но самое главное, чтобы они запомнились. Мы едины – это самая важная история. А еще больше всего мне нравится тезис нашего мэра, который говорит о том, что Минск на районы не делится, он из них состоит. Ждете марафон «Единство» в Минске? Очень, да, да, потому что, ну, с Минска начинался, обошел уже все области, сейчас он пройдет по нашим районам, и уже потом мы сделаем изумительно прекрасный праздник в городе Минске, так что ахнут все остальные площадки, которые будут с нетерпением смотреть. Я имею в виду уже за пределами республики. Да, Беларусь, да. Пусть смотрит и понимает, что мы умеем. Очень важная часть фестиваля – это, конечно же, выставка достижений района. Здесь не только наши любимые промышленные гиганты, но и учреждения образования, культуры, патриотические клубы. В общем, абсолютно все. Заводскому району действительно есть чем гордиться. МАЗы возят нас по городу, в университетах растут будущие летчики и спасатели. А Чижовка-арена принимает лучших спортсменов. А самое главное, что, будучи такими разными, они умеют объединиться. Рады, что проходит в нашем районе старт. Собрались лучшие организации, самые масштабные нашего района. Будем стараться запустить этот проект красиво. Марафон «Единство» шагает по стране, а очень вам хотелось бы, наверное, чтобы он летал по стране, да? Ждете такое событие ярчайшее? Конечно, ждем. Все вместе, всей академии ждем, всем курсантами ждем. Радовали минчан не только насыщенной программой, но и ее разнообразием. Достижение промышленности, образования, культуры и, конечно же, праздник живота – дегустация. Пробовать можно? Конечно. Можно. Давайте салфеточку поесть. Я люблю. Это вы сами делали? Да. Имбирные? Рождественские? Да? Именно, да. Там еще и корица присутствует. Потрясающе. Районные этапы фестиваля – это отборочные туры. Городской финал пройдет в формате концерта в рамках марафона «Единство» на одной из крупных площадок и соберет лучшие творческие номера. А пока столица передает эстафету центральному району. Полина Макей, Диана Глебович, агентство «Минск Новости».